Всем привет, ребят. Сделал сразу же стоп-старт. Почему же выставил задержку 2 минуты? Так как дую кап, здесь по правилам задержка нужна. И, в общем-то, как-то так. Ждем начала, дую капочка, пожалуй, мы. Сейчас Twitch переименую. Давайте посмотрим, что здесь будет, ребят. Есть, между прочим, ставочки на все это дело. Собственно, 4 пары. Time Armani, Vian Journey, Scarlett Gumiho, Natural и Asonu. Вот такие вот дела. Здесь, я думаю, Гумиху должен Скарлетт легко достаточно побеждать. Я, конечно, надеюсь на обратный результат, но, скорее всего, здесь все определено. Ну, а вот Натурал... Такой экспрессик возьмем, пожалуй. Какой там матч уже начался? А, все матчи уже начались, типа. Ну, ясно. Ладно, ждем, короче, тогда. Привет всем, ребят. Короче. Короче, ребят, Варди узнает, что там как. К
Короче, походу Скарлетт Гумиху и Бьян Джорни одновременно будут играться. Ну, конечно же, выбор тогда на Скарлетт Гумиху пойдет. Так как хоть Бьян Джорни прикольная ТВТ. Но Скарлетт Гумиху, я думаю, что наши зрители больше хотят посмотреть сейчас явно. Вот. Сейчас разберемся по ходу пьесы, как говорится. Вот. Ну, я думаю, сейчас ворвусь просто и все. Ребель 33, поздравляю тебе. Не все на работе могут стримы сидеть смотреть. Но кто-то может. Так, ну что, ждем, пока Варди прыгнет, я смогу, если что, по нему прыгнуть, вот. Ивентус, ты в Новой Зеландии? Нихрена себе ты забрался. Побывать бы там когда-нибудь, вот. Так, Варди позвал, спасибо ему. Все, поехали, спасибо ему.
Так, привет всем, ребят. Нет смысла спамить рекламу, когда нет никого. Поехали, наконец, Скарлетт против Гумиху. Прошу прощения, почитал, что там происходит еще. Включить это выражение пинга, Alt, Ctrl, F, комбинация клавиш. Зажимаешь Alt, Ctrl, потом F жмешь просто и все. Упорядки будет. Через реактор Гумиху начинает, без рипера. Обратите внимание, у Скалет пул делает 17-я хата, пул 3 до готовности пула. Ну, любят такие, кстати, билды безгазовые. Скарлетт, помните, что задержка 2 минуты у нас. Ну и полетел мул сейчас. Первый мул. Так, два Марика строятся в бараке. СЦ-шечка на второй. У Скарлетт раскачка идет. Тут как-то хорошо билд этот выглядит, да, по рабочим там в начале, в самом уже опережении. Но безгазовый билд какой-то опасный, как мне кажется. Хотя против реактора при отсутствии рипера вполне неплохо выглядит. Будет ли вторую королеву Скарлетт заказывать на второй базе? Вот вопрос хороший, конечно, сейчас. Потому что без королев надо было... Завтык несколько секунд был в продакшне королевы, ничего страшного. Просто так, здесь тоже нужна королева. Учитывая билд тирана, учитывая, что рана Гелиона достаточно будет, королев... Так, 4 Марика здесь бегают по центру. Скалет их видит прекрасно. Здесь 2 линга, или один даже линг забежал. Так, прошу прощения, что-то... Детек сбивается, то... Нижний больше, верхний меньше делается. Улучшение завершено. Сейчас я просто его уменьшу сам. Пристройка завершена. Постоянно внимание обращаю, что сбивается. Первый текст. А, просто месяц новый начался, тут понятно, почему маленький. Еще поддержки нету, так как первое число. Да, все, спасибо всем за информацию, ребят. .360 пинг у меня на Азии. 300-350, вообще стандартный расклад. Думаю, как-то может в следующий месяц поставить не 50 мегабит, сотку. Пора тестить, что отличается, вообще, что не отличается. Там. Двойной дроп от Гумиху идет. Это дроп его стиля любимый. Без стимпака, два медивака. В них находится 12 мариков и минка. Залетая дроп сейчас на вторую базу, и здесь всего лишь одна королева, это все, что есть у Скалет. Линги без мува, как я и говорил. Ну, вот типичная такая ситуация у Скалет очень часто бывает. Все сильно раскачано, но... Так, Минка залп делает по королеве, еще и линги терпят. Из-за этого нужно сбить медивак сейчас срочно, что Скалет и пытается делать. Медиваки все сбиты, линги приходят сейчас. Королеву можно отфокусить, но Скалет тут не контролит королев, это ошибка. Пошел Лэр, но потери экономики минимальные, но сейчас Викинг с Либератором здесь залетает, обратите внимание, спорку сразу перекапывают, здесь же перекопанная спорка, Скалет перекапывает спорку, молодец, успевает. Здесь Минка закдэшилась, хорошо, что по кокону бьет, в итоге только личинка погибла, королеву сплэш немножко задела, ничего страшного, здесь на мэне восстанавливается добыча в итоге. Так, прилетать, спорку нужно в очередной раз перекапывать, королевы под ударом, сейчас и вторая погибнет иначе, если Скарлетт так биться будет. Неприятный расклад. Одним либератором вообще затрепал вообще говнюк Гумиху, Скарлетт бедную. Удает. Успевает везде все сконтролить, перелететь, спорка копается. Здесь у нас Минка все еще живая, что она там наубивала что-то, еще что-то наубивала. Либератор в итоге минус все-таки. И 48-50, посмотрите,
Буквально несколько действий, и Гумиху в плюсе уже по экономике, по всему, собственно, нужно восстанавливать скалет рабочих, нужно много чего здесь восстанавливать, а это в итоге очень непросто получается сделать. Так, здесь линги там третью ЦС-шку пытаются напрягать, 11 дронов заказ, ну и что дальше? То есть, в итоге этот билд хорош, да, как бы вначале все хорошо, но вот один дроп переворачивает. Почему? Потому что после дропа тяжело еще другую агрессию принять. То есть на мейне либератор понапрягал, здесь дропчик, минку там не выбито идеально. И вот вам расклад в итоге какой неприятный. По рабам ровно, по базам ровно, по боевому лимиту Гумиху больше. То есть лимит одинаковый абсолютно. Здесь 1-1 делается даже раньше, чем у Скарлет. Короче, сейчас просто будет выход в перспективе, и ничего хорошего он не сулит, Скарлет, абсолютно. Так, с флешем здесь два криптумора забирает танки случайно. Минус королева Хара с двумя танками идет. Не слабенький от Гумиху сейчас. Ну, напрягать. Нужно просканить, выбить пару криптуморов. Нужно дальше лететь сейчас, чтобы другие выбить тогда. Пользователь Шаридан активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Шаридан. Так, пострелял, выбил Гумиху еще пару криптуморов. Скалит Крылья все прекрасно видит. Вынуждены играть муталисков. Здесь уже выход идет. Три танка имеем. Мариков имеем 25 штук. 5 медиваков, мариков, еще 3 подошло, еще прирост приходит, танки, медиваки. Гумиху занимает позицию, из которой выбить его будет крайне тяжело, Скарлет сейчас, крайне тяжело, потому что здесь танки под рампой, тут надо с разных сторон нападать, танки уже будут все, Скарлет пытается верхнюю группу выбить сейчас, верхнюю группу выбивает, а снизу-то как криво все заходит вниз, беллинги, линги обкатываются сейчас вокруг рампы. Шаридан поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Ребята, печаль, ГГ пишет Скарлет, ну очевидно, здесь в начале, конечно, был провал. Изи Гумиху, спасибо тебе, Шаридан, за премиум, за поддержку большое. Очень приятно. Так. Ждем следующую игру. А, у меня Гумиху, кстати, даже. Есть по Real ID добавлены. Спасибо всем, ребят. Один ноль Гуми. Вторая игра, ну посмотрим. Мне кажется, Скарлет надо проработать какие-то нормальные билды с мувом просто пораньше, как бы, чтобы вот эти дропы не напрягали. Вначале по экономике все замечательно. Почему то же самое не делать с третьей хатой до пула, но с газом? Ведь это вполне реально, как бы, все запилить. Да, там королева, может, какая-то попозже будет. Ну не будет 5 королев, будет 4 на ранней стадии. Что такого?
Так, сейчас скоро ты увидишь счет и поймешь, кто победил. Опять такой же билд от Гумиху реактор. Без рипера ускалит. В этот раз через мув. Ну что же. Решила Скарлетт по-другому сыграть. Привет всем, СК2 TV Good Games. Сейчас проверю, работает ли Twitch. Похоже, что нет. Начинаю рестрим. Не знаю, сколько этот турнир пойдет, но я полагаю, недолго, потому что игры будут идти, собственно говоря, одновременно. Но я надеюсь, хотя бы полуфиналы не будут одновременно делать китайцы. Такой турнир-то вроде как бы и призовой хороший, и все это хорошо, но, блин, все идет одновременно, фактически, что неприятно. Пробивает Скарлетт камни, третью отстает, тут две крылья, третья пошла сейчас после королев уже до более поздняя, но даже с таким билдом, мне кажется, дэмэджа меньше можно получить. Медленно, но верно грызут линги камни. Так, старпорт на реактор. Ну, Гумиху свой билд этот использует очень активно. Многие вообще его переняли уже тоже от него, собственно говоря. Сейчас два Марика. Так, медивак Марик 37 секунд, медивак 30. На самом деле можно еще даже двух Мариков успеть подстроить, мне кажется. Но придется тогда медиваками ждать буквально там. Ну, 5 секунд можно и подождать. 14 Мариков и Минка летела. Прежде чтобы полностью заполнены оба медивака были. Ну, Гумиху, я думаю, раньше немножечко полетит. Выходит Минка, будет ждать, интересно. Да, ждет, посмотрите. Полный дроп. Дома ничего не остается. И посмотрите, какое забегание своевременное со стороны Скарлетт. Тут только что был спален медивак. Пора, Скарлетт, что ты стоишь? Ну, овером же видно было. Ну, что за, блин, фейл это такие дешеврезные, ёпара сатэ. Ну, понятно, что по этому билду все улетает. Ну, Скарлетт свой шанс теряет на успешное развитие событий. Вообще сверхуспешное, я бы сказал, развитие событий. Потому что если бы ворвались эти ринги, было бы беда вообще. Они и так-то здесь разгромили и ЦЦшку, и КСМок много очень. Скарлетт подгрызает вместе с Мариками. Может быть, так даже лучше получилось, скажу более того. Почему, может быть, так лучше получилось? Да потому что здесь больше юнитов погибло элементарно. Сейчас бункер будет... Так, бункер будет Скарлетт мять? Нет, бункер Скарлетт не будет снять. 13 дронов. Вот, смотрите, преимущество мува над пассивным билдом. Все как бы забегают линги и начинают... Сагрились на бункер линги. Сейчас неприятно забежать. Опять же, туда, посмотрите, 20 лингов плюс. 20 плюс лингов бежит. Сейчас можно просто сминать бункер спокойно. Здесь он полудохлый, желтый. Ё-моё, ЦЦ-шечку, конечно, сразу ЦЦ-шечку Скарлетт зафокусила. Врывается на бункер. КСМ-ок подгрызает сразу же. Танчик где-то сзади разложен. Здесь еще КСМ-ок пару под ударом. Пару КСМ-ок будет уничтожить. Да бункер упал бы. Что ж там Скарлетт побоялась-то так? В это время контрдроп идет. Да что ж такое-то? Мариков нужно что-то с ними делать. Скарлетт пытается дронами убить. Где хоть одна королева? Где что-нибудь? Три королевы и все не здесь. Да что ж такое-то? 16 дронов. Я не понимаю, как Гумиху вообще их там наубивал сейчас. Так, Зелен, не надо в чате писать всякие плохие слова. А так, кого хочешь, там терпи, не терпи. Вот. Я думаю, что можно не терпеть, ну как бы. Из-за этого люди не должны другие страдать, да и как бы... Человек есть человек в любом случае. Так, облетает викинг, все. В
поиску ховеров. Еще один дропчик от Гуми залетает. Скалит 1-1 доделывается. Но я думаю, что эту игру Скалит уже не должна отпускать на самом деле. Здесь, скорее всего, 2-1 счет станет. По идее. Ну, не факт, конечно. 8 лингов все у Скалит. 18 в продакшене. Так, забегают. Так, Лингет пытается Скалит все принимать. Ничего не получается. Крип Гумиху выбил весь вообще, а крипа-то много было здесь достаточно такие. Летят еще сюда дропы. Третья сэшечка наконец-то готова. Гумиху собрался тут атаковать уже Скалит в лоб активно. Лингет что-то оббегает. Что мешало Лингам сзади ворваться вот на эти танки, я не понимаю. Кстати, сплит у Гумиху очень даже хороший. Скалит частью лингов сзади врывается сейчас. Пробивает Гумиху спорки. Ну зачем терять это, я не понимаю, эти здания. Забегает линги с разных сторон. Пошел урыв сейчас. Нужно на третий танк что-нибудь бы, конечно, было бы, мне кажется, взять. Но Скалит не берет на третий ничего. Марики все падают. Все, везде падает. 86-83. Но уже обратите внимание, и лимит-то у Гумиху конкурентоспособный, я такой сказал бы здесь. Лимит очень близок, 91-98. Да, у Скалит 8 муталисков. Конечно, 2-2 сейчас в 0-0 тирана будет, это жестко. Плюс у Гумиху даже стимпак не заканчивается, все-таки отставание колоссальное. Идет очередной скан, линги выдвигаются, кому-то полетело. Скалит уже убивать полетела, что ли? Лимя, может лучше отбиться с муталиском? Дизимариков 8 штук, ё-моё. Все, мутка врывается. Девак уже бьет, Мариков двух Скалит забирает. Что боится-то? Все, снялось все. Я не понял, побаивается. Явно Скалит побаивается Гумиху. Дает, прощает ему его ошибки, собственно. Ну как ошибки? Это не ошибка. Он пришел, подхарасил и ушел. Ошибка Скалит, то, что Гумиху не был здесь пойман, абсолютно очевидная. Но сейчас можно на передропе все словить абсолютно. Скалит вливается на вторую, правда, Гумиху к третьей улетел. Туречка падает абсолютно точно. Здесь один танчик есть, но вот демочки шим будет недостаточно. Здесь 4 либератора плюс викинг присутствует, поэтому... Тяжело будет как бы убить. Здесь линги забегают на вторую. 2-2 против 1-1. Грейды в пользу Скалит. Муталиски смещают сюда. Нужно медиваки фокусить здесь. Что Скалит и делает. С мариками медивак уничтожен. На третьей базе уничтожено абсолютно все. И ГГ пишет Гумиху 1-1. Молодец, Скалит. Очень четко отыграно. Привет, Блай. Ну, это все нормально, это все естественный контроль, как бы он. Контроль при любом стиле должен быть. Конечно, есть стили, где просто раскачка идет какая-то, но... Но... Так, захожу в игру. Тут еще не подождать было, что ли? Я чуть не понимаю. Красавцы-то, а? Просто начали без меня. Это кто-то там быстро кнопки так жмет, а?
Ну что, будем рестримить. Короче, жду, пока на стриме в Варде ничего не происходит тоже. Привет, гидравлик. Как только игра появится, сразу поставлю я ее, пожалуй. Все, игра начинается. Scholar had such a good start to that game. The early Ling run by combined with an amazing defense. It was like she didn't just Ling run by and do damage. She did damage while completely shutting down the aggression of Gumiho. Yes, Gumiho then did a little bit of extra damage after that. His next attack did get something done. But at the end of the day, was it enough? No, it wasn't enough to make for the cancel first command center twice. The multiple workers, which went down. So, it wasn't enough for Gumiho. Let's see if he's got a bit of a better plan in game number three. He's going to immediately open up with a bit of a different build. He's going to go for the rear brake expand, which of course isn't what we've been seeing so far. So far today, we've been seeing anything but the rear brake expand from Gumiho. Seeing two reactor expands into reactive medivacs and very fast pushes onto the lap. This time going to be a little bit different than we've seen from the first week. Just on the way out, and so this immediately sort of suggests a very different build to what you've been doing but, you know, up until now. Ну что, реперочек летит. Again, in the spawn location, Skull should be very happy about this. The frost spawns allow for a lot of different counter-attack pathways. They allow for kind of, you know, much longer brush distance, a much harder to kind of push map. The Terran player as well, if they're cross spawns, Terran can't push through the center as easily as they could maybe say push down the right hand side if they were vertical, push through the center with a watchtower, and the Zerg having to kite all the way around the side to get a flank, you know, if they spawn horizontally. So this is really, really great so far. As we're gonna see Gumiho just being pushed away with this first Reaper, I mean no surprise there. I mean, Ну что, ребят, проверил Гумиху реперком, все, в этот раз через репер, опенинг другой, совсем. Не успел я ворваться. Точнее, меня не подождали тупо, мне только кинули инвайт, а там уже игра началась. So it's just going to be a very standard Widowmine drop to begin with. Maybe we see a siege tank follow up and then some more drops to kind of shut down a lot of the creep tumors and so on. And it looks as though that's exactly what we're looking towards right now as that second lap starts to come down onto the factory. We do have a new test character that's about to finish. So Scott is going to be able to get some good scout information. She'll be able to see exactly what's going on right now in this game in the very near future. So she should.
did have a very good read and a very good defense. She's going to play a little bit of a different playstyle herself here at Cross. She's going to take that Rotor, so she actually has quite a lot of Gaston to back up now. I'd be very surprised if she got super aggressive with this, with these spawn locations. So I would imagine these are just going to be a few defense approaches. Maybe it's something like a Lair and an Eagle to start to attack her. Ну, Гумиху Стим в этот раз без передропа. У Гумиху Стимпак. Решил Гумиху как-то более, не знаю, сыграть сейфово, что ли, с ранним Стимом. У Скалет здесь роучи. Посмотрим, как Скалет справится с задачей вот с этой обороны от дропа первого медивака. Одна минка, 6 мариков там, собственно говоря, летит. Куда он полетит? На мейн или на третью? На третью перелетает дроп. Зашли Линги, Роуч. Нет спорки на третьей базе. Одного Реваджера делает Скалет. И Минка, кстати, будет выбита этим Реваджером. Спокойно, абсолютно, я думаю. Фаербольщик пошел. Главное, второй успеть кинуть сразу же. А вот второй приходит, фаербольщик. Реваджер. Да, Минки выбиты. Сверху Крип здесь ставится. Одна спорочка есть, и два реваджера здесь тоже есть. Прилетает Гумиху на спорку попадать. Не знаю, получил ли дэмэджи или нет. Либератор прямо на мейн залетает, а реваджеры вообще не понять, где бегают. Сейчас у Скарлет. Сейчас вот можно затерпеть из-за этого. Еще один роуч заказан. Почему? Нужно три реваджера, чтобы идеально все это выбивать. Скарлет играет в этот раз в рейнджовые грейды, обратите внимание. Ну, посмотрим, во что это тут выльется. Игра в ранжовые грейды вообще, как бы, и в роучи реведжеров, соответственно. Роучи реведжеры Микос, возможно, будет. Возможно, прессинг просто на роучи реведжерах. Пока непонятно по экономике. У Скалет все неплохо. 63-49 по рабам. Сейчас еще лучше будет. Четвертую надо хатку бы занимать, видимо. Скалет будет это делать или нет. Или действительно давление будет тупо идти в лоб. Можно сейчас мув заказать, но та надо не на 2-2, на 1-1 грейдах пытаться давить, да, как бы там третью базу. Ну, Скарлет четвертую ставить, я думаю, все-таки будет логический свич в 2-2 и в... да, и вот инфестейшн пошел, видимо, будет инфестор и микос, 72 дрона уже есть. Все, в общем-то, неплохо. В принципе, из этого стиля можно и даже без милишного, без когтя, можно сейчас 2-1 милишный заказать, то есть можно перейти просто в... Хайв сейчас и выйти в ультралов, например. Как только вот инфестейшн будет готов, сразу заказываем хайв. Пару инфесторов сюда к этому всему делу. И добавляем еще, в общем-то, лингов, роучи, реведжеров, всего-всего-всего. Выход от Гумиху идет. Скалет видит этот выход. Фаербольчики пошли. Ну, фаербольчики, естественно, не попадут. Почему, естественно? Ну... фаерболы попадают, либо уже жесткая битва идет, либо если игрок плохой, как бы, да, который против фаерболов играет, что так-то от них не сложно уворачиваться, если только тебя в такое положение поставили, когда просто это невозможно. Бывает и такое, как бы, но не всегда так получается. Отгоняет Скалет Гумиху, нужно крип в центре восстанавливать, там что-то крипа много погибло. Да, действительно пошел хайф, и вот, да, посмотрите, милишный грейд заказан сейчас. Заказан так, Либератор тут перераскладывается в наглую, Скалет фаерболит, его 5 хп у него останется, у этого чертова Либератора, и он разбомбит рабочих, миллиард, да что же за подстава-то такая, еще улетает. 125 хп, ну, тяжело требовать до такого, но надо всегда юнитов стараться прокликать, увидеть сколько, то есть нужен визуальный контроль. Если бы Скалет видел, что 125, там таких ошибок бы, конечно, не было бы совершено бы. Потому что она понимала бы, что 2 фаербола это 120, и не погибнет просто Либератор. Так, здесь инфестора есть. Ну, не успевает Скарлетт дроп принять. Микос мимо. Не надо спешить Микозу выкидывать. Видно, что улетел уже. Хайф, я так полагаю, да, готов хайф. Ультралис Кевин пошел у Скалет. Гумиху выводит еще юнитов. Сейчас очень много там у него вперед идет. У Скалет лимит-то боевой такой же, как у Гумиху.
Грейды еще не готовы. Сейчас второй армор, правда, скоро будет готов. Есть, конечно, Микоз. С Микозом будет реально достаточно, в принципе, отбиться. Так, фаерболы пошли по танкам. По танкам два танка минус сейчас. Неплохая работа Скарлет. Еще и дает возможность крипу своему вперед пройти сейчас. Два криптумора из трех в центре осаждаются, если так можно выразиться. И дают вижен, дают скорость Скарлет. Сейчас будет нужно лингов бы побольше заказывать Скарлет. 2-1 грейды будут. Линги-то достаточно грейжные тоже. Ультра Кеверн готов. Никаких ультралисков не надо делать. Обязательно первым грейдом. Да, вот он пошел. Уникальный армор, естественно, на ультралах. Без него сейчас никак. Здесь забегание на ХГ идет. Опять же, дропчик идет очередной. От Гумиху одинарный там заходит. Может быть, с Микозом получится Скарлет принять, я не знаю. Заходит Скарлет. Микоз будет. Ну, ё-моё, ну куда же там на муви летит на бусте медивак, и не получается успеть принять его Микозом. Есть несколько лингов, забегают, марики дропнулись, лингов уничтожили, но роучи одновременно приходят, в то время Гумиху пытается центр напрягать, четвертую базу Скарлет пытается напрягать. Сейчас первый ультрал будет готов, Скарлет ни в коем случае сейчас биться, главное не надо до готовности армора ультралом. Хотя, в принципе, 200 можно разменять, да, попытаться, что Скарлет и пытается сделать. Микоз по марикам пошел, но какой-то Микоз так себе, ультралиск выходит, он еще без грейда. Но, посмотрите, Скарлет-то сминается, ультралиск хоть и мягенький, но отвлек, даже мягенький. Сейчас, внимание, не слабо. Фаерволы по медивакам не слабые залетают, и 182-158, у Скарлет все великолепно, и что-то Скарлет прямо уровень демонстрирует, реально уровень игры. Заходят роучи, реваджеры дальше. Фаерболы, медиваки убивают, танки убивают. Нужно ли Скарлет было влезать так далеко? Ну, похоже, что нужно было. Прогоняет Гумиху. Плюс 3 ультрала, они уже точно с армором будут. 3-2 делается, 4 добывается. Все замечательно. Уж не победа ли это Скарлет? Сдается мне, что... Похоже, что победа. И, блин, меня не подождали в этой игре, гады. На стримфест не поеду я. Я уже не раз говорил, у меня много здесь слишком дела. Нет ответа. Будем надеяться, что не последний он, и на какой-нибудь следующий смогу я поехать. That is not much of a match for 17 Ravagers, which are currently moving forwards. I think Scarlet knows this as well. I love them. Bow's just going to force cancel that turret. As you can see, these units start to come in. And again, these Liberators, they're just not going to last long enough at all. First Liberator goes down. More Liberators already being fungled. Так, фаерболы по Либераторам. Побил фаерболы. What am I actually going to get some pretty good shots into the center of the Ravagers. Firing forward is going to buy some time as well. Scarlet maybe wanting to divert her attention towards the third base instead of this fourth. Так, на третью Скарлет идет. Там нет планетарки. На третьей базе Гумиху. Пытается Гумиху держаться. Но фаерболы, Микозы и ультралиски уничтожены. Гумиху, конечно, спускается. Здесь новенькие фаерболы от Скарлет идут. Их реально много сейчас. Ультрал идет вперед, пытается отогнать, депошек падает много. Саплай блока, конечно же, у Тирана пока что нет. Ну, 165 на 108, это полная печаль вообще. I mean, with the smoke roller also coming in here, this queen might go down, but the smoke roller burrows, so that will be a dead liberator, loving liberator, off into the main base, just avoids a fungal growth. And then we'll see jump over here as well. So a little bit of a nuisance, two liberators definitely distracted Scarlet for now, giving Gumiho a bit more freedom onto the map. But he just lost his worker line on the third base, he's down to 40 workers against the 60, his army count is not looking good. Ну что, 185-116, Гумиху держится пока. 76 лимит у него, 3-3, скоро грейды будут. Не знаю, сколько у него либераторов, но единственное его спасение, естественно, это либераторы. He's
Гумиху пытается свалить, нужно загружаться в медиваке и пытаться улететь. Гумиху, главное не словить фаербол сейчас какой-нибудь нелепый. С Бейнами Скалит уже на четвертую идет Гумиху. Гумиху пытается контрдроп сделать. Гумиху вообще всеми сейчас своими юнитами практически идет в контрдропы. Минусует Скалит в центре четвертую хатку. Загружается, улетает на третью, видимо, да? И сейчас дроп еще на мейн пойдет. Можно попытаться в ничью, например, здесь, да, вывести. Либераторы падают Гумиху. Скалит заходит, третью, да, Гумиху минусует, на мейн прилетает, мейн собирается тоже минуснуть. Можно хайф убить ультралис, кейнгрейды все. Здесь есть один либератор на рампе, можно получить. Кстати, смотрите, Гумиху выкручивается из этой ситуации, крайне тяжелая для него, по-моему. Причем выкручивается успешно сейчас. Прибегает Линги, здесь минус шпиль, хайф будет минус, нужно ультрала минуснуть. Ультрал хоть и с уникальным армором, но разгромлен моментально, уничтожен. 122-160, неужели Гумиху такую игру вытащит сейчас? Сомневаюсь, но боевой-то лимит одинаковый почти, вот в чем прикол. И здесь три либератора есть, и мейн там у Скарлет весь уничтожен. И можно сейчас просто всеми юнитами улететь сюда, например, и с либераторами выйти вот на центральную базу на эту, почему бы и нет. Вот тут этой ЦЦшкой. Кидать мулов, начать продакшн новенький. So she's going to have to rebuild the land, the hive, and then the Ultras coming. She wants Ultras again. She did make a lot of Infestors, which are on the map, and they're going to join us now. It's a very scary army for Gamino to fight against her. I still stand by that. So if Scarlet just does the right thing, I think, which is just not taking a fight and just sort of sits down here and just denies Gamino a third or fourth base, then I think it's okay. Like, if she attacks... Ну что, заходит Скарлет, 110-94 по лимиту, дома базы восстанавливаются. Ультралу тут набомбил либератор. Гумиху пытается тут инфесторов подрезать. Либераторов много, нужно вперед идти их. Ну вот посмотрите, на такой стадии, а при такой игровой ситуации, такие нелепые ошибки от Гумиху. Какие? Два либератора разложены так, что за три фаербола, ну или за четыре, неважно, погибают оба. Ни в коем случае нельзя на такой стадии позволять либераторов так себе убивать. Так, там что-то куда-то пошло, часть био, в центр пошло, часть био. Нужно переразложить сейчас часть либераторов, их постоянно нужно держать на готове. 98-94, лимит боевой даже одинаковый сейчас стал, что самое интересное. Скалит восстановила добычу на четвертой, третьей базе. Ну, хайва нету Грейтер Спайра, с помощью брудов здесь точку можно было бы легко бы поставить. Гумиху обрезал брудов Скарлет быстренько. И копят лимит, посмотрите, как быстро. Три мародера, четыре марика строятся. Масс био. На либераторов нет газа пока, правда. И на четвертый газ не заказан, заходит Скалит по четвертую. Либератора два уничтожено. Остальные где-то вообще не на позиции защиты третьей базы, насколько я понимаю. Еще ультралиск подрезан сейчас. 100-92, но Гумиху держится молодцом. Scholar again just playing this slow, not rushing into a fight, just a fungal growth here, fungal growth there, a couple units at a time, no. Мародеров там скалит фаербольчиками убивает неплохо, все убивает неплохо. Что попадается? Еще пару фаерболов, либератор разложен, сразу же минус. Гумиху решил выйти вперед. Последний ультрал, кстати, уничтожен, обратите внимание, но
У Гумихони Медиваков ничего не остается, то скалит за счет именно Микоза, за счет и магии сейчас. Магии, уличной магии. За счет кастов своих вытаскивает энергетических юнитов, и это правильная политика, правильная позиция, но что-то ультралов, что ни одного нет, меня беспокоит. Био будет разваливать нормально вот этих всех юнитов. Ну, скалит бой не принимает, чисто фаербола и по био, и отступление потом. Выгодные, в общем-то, размены. Бедные мародеры уничтожаются. Вылечить все нищ в 70 на 119. Так. Надпись про рептилоидов. Исправим на этой сцене. Просто не исправил еще, потому что стримил из игры. Но, блин, не подождал меня кто-то там. То ли Скали, то ли Гумиху. Не знаю, кто хоз был. Вынужден рестримить Варди. Ну, в следующую ворвусь. At this kind of late stage of the game, the Ravagers of their own are going to be enough, and another nice fungal growth going to clean up a few more of these units. Gonna just trying to hang in here until the very, very end. As we do just see the main order. Splitting up a little bit, just having a little bit of a think as to what might be happening here, what might be the next move. I mean, we'll just give me a do. I mean, it was. I mean, I love the drops, and maybe just more drops. Тем паче Сагумиху пытается Скали тут отогнать, принять фаерболы. Пошли, Микозов нету. Вот сейчас Микоз пошел, Гумиху попадает на этот Микоз. Скали один рейнджовый грейд, но этого достаточно. Два ультрала у Скали. Пятая у Скали добывает скрипа вообще немерено просто. Scarlet at this point I think is pretty secure in this game, just wants to make sure she's okay. Finding Gimho loads up one drop, but I think one med back not really that scary. Four ultras on the way up as well from Scarlet. She's got the fifth base running, just about to take an extra bit. I thought I was drawing that, but it's gonna better take an extra base here as well. So just continue to set up her economy, another nice fungal and bile combo. And again, it's just a little bit here, a little bit there. Just continue to try and pick away whatever she can. She's got creep spread around the entirety of the map. She knows about this drop from a mile away. Там все равно на надпись этого Варди залезает. Гумиху играет почему-то, кстати, без грейда Либератором, который тоже до этого еще давно мог помочь. Минус стоит Гумиху базу скалит. Пытается ступить, раскайтить ультрала, это минус Гумиху вообще. Неожиданно, но ничего не поделаешь. Тайм против Биана в верхней сетке. Натурал против Иосуну. Я не знаю, какой счет. Бьются еще, видимо.
Ну что, ждем инвайта. Куда-нибудь. Ну что, ребятенки, ждем продолжения. Вижу, натурал вышел сюда. Блин, если натурал будет биться со скалит, только прикиньте, какой это будет эпичный матч. Даже не из-за ТВЗ, а из-за подтекста фактически. А если выиграет Асуна, это будет ЗВЗ. Так. Спросим счет. Не успел написать. Натурал ведет 1-0. И эпичный матч все ближе и ближе. Ну что, провалилась моя ставка на скалет на кибетике. Так, что у меня кибет заблочился. Ну что, давайте смотреть.
Барак Реактор, Барак Фактал, Натурала играет в агрессивной ранее стимпак, может быть, в передроп в стиле Гумиху он играет, я не знаю. Скорее всего, в Steam, мне почему-то кажется. Марлики камни бомбят с хайграунда сейчас. Факта есть, сейчас Старпорт пойдет, стимпак заказан, марики строятся. Старпорт, ресурсный вот Старпорт пошел, прям под овером ставят, ну ё-моё, спалил все вообще. Неужели овера не видит? Вот, видит же овера. Мариками можно пытаться отсюда забрать его, но он, скорее всего, вот сюда улетит и ни один не будет доставать. Там есть позиция такая. Два эволюшна ставят и Асону. Грейли разная. Стимпак уже наполовину готов практически. 10 лингов у Асону заказано. Беллинг Неста так и нет. То есть, если сейчас просто полетит дроп, то это будет минус тиран. Ой, минус зерк, простите, просто-напросто. Так, выходит еще Марик один. Нахрен там эта минку нужна, я просто понять не могу. Вот просто лети сюда, прямо вот так вот. Дроп и все вот сюда, и ГГ. Ну, тиран не знает, куда именно ему нужно дропаться. Вот в чем проблема. Минка копается, марики разгружаются, убивают лингов всех, абсолютно перекапывается минка. Стим готов будет через только 9 секунд, уже меньше, естественно. 5 секунд осталось, заходит на ХГ. Сейчас тиран, будет ли минка окупана? Да, будет минка окупана. Нужно принимать бой. Стимпач с Марик, попытка подрезать королеву. Подрезает одну... Так, больше подрезать ничего не получается. Мина что-то там убила, я не знаю, что она там конкретно убила. Можно разгрузиться, подрезать крип. Так, еще дропчик здесь есть. Почему бы вот не соединить тирану в такой ситуации два дропа и не нанести удар единой такой армии большой, тем более щиты уже наполовину готовы. Заходит еще раз товарищ. Вот что этот дроп делает на Ксилнаге? Соединит их вместе, эти два чертовых дропа. Пока у меня не пригорело просто. Ну, соединил. Соединил. Это ж натурал. У нас только теперь тащат не натуралы. В 2016-м-то. Ладно, шучу. Второй коготь мув пошел. Минка выбивается, спорка доделась в итоге. Выход идет. Вот если бы как-то натурал более активно и грамотно действовал в тот момент, когда он харасил, да, в предыдущий раз, то он смог бы дождаться мариков со щитами, возможно, это было бы крит массы. Потому что у зерга тут особо ничего и нет. Сейчас, так, скан выбивается, криптумор. Крип вообще убить весь тиран не может пока. Так, здесь дропчик против лингов. Линги минус нули дропчик. Передроп на мейн пошел через корку, но пролетит. Разгружаются марики, несколько лингов забегают убивать их. Ну, не так уж их и много, я бы сказал здесь. Сейчас, мне кажется, можно было не только королеву убить, но и лингов при желании. Пошел дропчик, линги сзади забегают. Одного марика успели куснуть за бочок. Хоть и не серенький он волчок.
Марик сгинул в итоге. Опять дропчик на мэй, но здесь новые ленги готовы. Нужно улететь спокойно просто натуралу и уже что-то делать. Тут с хайграунда харасти, я не знаю, вот он пытается с хайграунда. Здесь ленги прибежали, все убили. Один Марик бедный сел, и то зачем-то он стимпак жмет ему еще раз. Чейнджинг минус, бегает по крипу, убежит и уже эти чертовы криптуморы убил. Молодец, убил криптумора. Давление продолжается. Два беллинга уничтожены. Лингов принимает натурал. Мариков реально много. Боевого лимита на двадцатку больше. Пока не готовы у Зерга 2-2. Здесь-то и надо ставить точку, на самом деле. Так, беллинги идут вперед. Есть несколько беллингов все-таки у Зерга сейчас. Так, минка делает залп. Нужно ступить под другие минки. Минки вообще неплохо жахают здесь. Ой, как минки здесь бомбят. Просто жестко. 109-102. Стимпак еще раз от Мариков идет. Под Либератором становится. Сейчас 104-93. И сюда вся армия подходит. Работают 5 бараков. И 2-2 делаются. Ну, сейчас 1-1 в 2-2 зерговские. Вот. Так, отфокусил натурал. Сейчас Беллинга побратили его, если внимание. И очень неплохо он это сделал. Здесь часть Мариков дерется, очень неплохо дерется. Сверху Беллинги убивают минки. Второй Либератор прилетает, пытается натурал занять позицию сейчас грамотную, чтобы продолжать давление. Но прирост нужно забирать. Так, линги под Либераторами бегают. Сейчас очень неприятно. Под несколькими просто душ из ударов Либератора следуют и линги падают. Сейчас 2-2 через 10 секунд, 9 секунд у натурала, и будет 2-2 грейды. Марики сюда подходят, медиваки летят, королева сверху уничтожена. Кажется, это 2-0 натурал, и кажется, он будет биться со Скарлетт сейчас. Да, посмотрите, Марики подходят и подходят. Караптор пытались Либераторов минуснуть, но очень быстро присек это все дело натурал. Достаточно неплохую игру показал. Давление с двух баз было хорошим. Да, были ошибки, но в целом неплохой уровень и очень неплохо отыграно. Эй, пишет Ясону. Скалит натурал. Сейчас будет битва. Напишу сразу, что я в эту игру буду врываться, то опять меня забудут в очередной раз. Ну что, ждем Скарлетт. Ждем продолжения, ребятки. Начинают черкать.
Так, все. Карты подчеркались. И полуфинальчик на горизонте. Так, на кибет я отписал. На кибет отписал, но почему-то у меня кибет заблочился, ребят, просто, ну, вот, прямо в процессе стрима был он доступен, а сейчас я F5 недавно нажал, все, заблочил мой провайдер, ну, мой провайдер теперь выкуплен, то есть он Ростелекомовский стал, видимо, поэтому, ну, тут ничего не поделаешь. Ну что, Скарлетт против Натурала, кто кого? Так, да не за что. Не знаю, кто здесь... Точнее, знаю, здесь фаворит явный Скарлетт, не знаю, как там по коэффициентам, но учитывая, что она убила Гумеху, я думаю, что Натурала способна долить вполне себе. Еще фригейт отключить. Я не знаю, что такое фригейт. Вот. И где там что отключи. Но там что-то должны что-то сделать, на самом деле, в ближайшем будущем. Ну что, криптумор на мейне пошел. У Скарлетт. Газ добывается. Третья уже ставится снизу, вторая была в кармане, как ни странно.
Инъекции новенькие, новенькие идут. Здесь у нас третья сэшка доделывается. И так, 2 гелиона. Переход в 2 либераторов. Танк слабый, то есть сейчас будет танчик заказан. Интересный билд такой от натурала сейчас идет. Ну, естественно, потом и лаба на бараке будет, видимо, заказано, чтобы так танк пошел, чтобы стимпак заказать. Ведь не будет же он в мех играть. Я пока что не видел еще мехов разумных в Лотве, грамотных, которые бы катили наземных. Да, играл Тивай в мех воздушный, там, и либераторы, викинги, немножечко банши и хелбаты по земле, но уже и Тивай не считает. Хотя нет, Тивай-то может отыгрывать и будет этим билдом когда-то, но уже к нему многие готовы, и поэтому тяжелее будет гораздо исполнить. 2 мула на мейн полетели, вот мулам лучше не добывать этот минерал, я объяснял почему, потому что он кончится, и тогда эффективность рабочих снизится. Почему? Потому что на 8 минералов 16 рабочих, а на 7 14 нужно, а здесь-то 16 останется. То есть будут минералы жирные, которые одновременно не смогут рабочие добывать. Понял тебя, Сив, спасибо тебе. Я думаю, там что-нибудь сделают, но если в будущем будет проблема, я напишу. Просто потом, после стрима, наверное, дела будут у меня, не знаю, насколько долго буду я занят, как бы. Так, 3 реведжера есть на второй базе. В очередной раз раскладывается либератор, Скайлет уводит. Оп, смотрите, как они элегантно просто так, знаете, как... Как маленький, когда с лестницы сбегал за перила, хватался, чтобы быстро пробегать. Такое ощущение, что реводжеры за этот минерал тоже зацепились, кинули там и так вот быстро как бы развернулись. Привет, Робинзон. Один-один там и там делается, но у натурала вполне нормальная ситуация сейчас, собственно, полетели танки в пятак, где бараков уже 8 сейчас станет работать, армори делается, где оно вот там рядом делается, 2-2 можно сразу будет заказать. Скалит 1-1 тем временем доделывается, блин, что-то нога чешется. Кусали меня то ли это летом. Непонятно. Я хз даже. Натурал четвертую на 3 напрягает 2 танками. Пока Скарлетт нечем реально отбиться. Через роучи реводжеров свич идет в ультралов, я так понимаю. Фаербочки пошли, трансьюз на реводжера. Натурал продолжает здесь захорашивать хату в наглую причем. И хп у нее уже меньше половины осталось у этой хатки. Нужно идти вперед, здесь либератор на мейне буйствует. Искали тут что-то бегает взад-вперед, минус хата, пожалуйста. А что, куда роучи-то ушли? Можно было ее не терять, честно, ошибки на ровном месте. Ну, правда, когда такой харас идет, еще и либераторы летают, ну, очень тяжело отбиваться, я тут не спорю. Но, тем не менее, как бы, из-за таких мелочей можно игру проиграть. 153-42, на это Урал выход делает, он понимает, что там может быть сейчас выход в ультравов, и нужно побыстрее ставить точку в этой игре. У Гаса есть, у мародеров все есть. Здесь реводжеров 11 штук ускалит. 5 карабков. 16 лингов еще. Ситуация по лимиту близка очень. Так, сейчас коготь ускалит будет готов очень скоро. Через 24 секунды. То есть, если линги и алинги будут за месяц, хорошо, чтобы они 1-1 были. Но пока еще они не 1-1. 164-176. Натурал тут поджимает прямо бодренько так скалит. И сейчас уже вынужденно Скалет будет принимать бой, конечно. Здесь иначе будет разгром.
Беллинги не готовы, сейчас будут готовы. 26 линдов еще делается. Надо биться, скалят. Пошел замес. Беллинги катятся вниз. Караптеры сбоку налетают, сбивают. Медиваки сейчас танками, причем эти медиваки летят. Фаербольчики падают, танк очередной выбит. Натурал отступил немножко назад. Два танка выжило. 2-2 грейды сейчас будут готовы у него через 10 также секунд. У Скалет готов армор второй, то есть 2-1 линги, 2-1 реведжеры, но это лучше, чем 1-1, конечно, но по грейдам у Тирана получше, у него 2-2 био, хотя с другой стороны танки не грейжены здесь, допустим, но у танков и так дэмэджа хватает, заходит Беллинг, дэмэдж наносит био юнитам, неплохой такой, фаербольщики падают, натурал уворачивается очень неплохо сейчас от всего этого дела. Продолжается прессинг наверх, вот танк неплохой, сейчас залп сделал, минус реведжера, минус ну. Фаерболы падают, ну вот, может быть как-то наоборот фаерболами не в кучу их, а охват больше делать, вдруг один хотя бы попадет. Ну даже тут один, вот два караптера все у Скарли получается осталось, да, всего два караптера осталось, это реально мало. Еще фаербольщики идут, скалят. Очень активно здесь кастует их. Принимать бой, собирать танки очень не слабо. Там все перекрывает с лоу-граунда. И ничего не сделать. Четвертая база уничтожена. Пытается Скалет отступить. Пытается выбить танки. Но на ХГ тут слишком много что-то био заходит. Фаерболы часть попадает, часть не попадает. Ну, кстати, Беллинги неплохо вкатили. Сейчас мародеры под ударом. Линги сгрызает все, прижимает Скалет натурала сейчас к краю карты. Прижимает Скалет натурала, звучит интересно. Вот второй коготь доделывается. Тут 3-3, собственно, четвертая ЦЦХ есть. Если будет планетарка, не выбить отсюда тирана будет. А его уже не выбить, и свою задачу он выполнил. То есть у него 4 базы, у него 3-3, у него био. И просто сидеть сейчас и копиться ему надо, все. Здесь спайр, в спайре армор пошел. Какой армор? Здесь надо, здесь, наверное, надо... Здесь, наверное, надо делать Greater Spire брудов. Потому что газа очень много у Скалет, могла брудов запилить. И с брудами пытаться что-то предпринять. Без брудов здесь реально ничего не сделать. Так, караптеры прилетают. Пытаются подрезать медивак. Ну, блин, линги не прикрыли караптеров сейчас. Ну, ё-моё, что за ошибки глупые. Ну, улетел медивак, вот он ничего не поделает. Так, здесь линги набегают. Грейды 2-2 против 2-2. Заходят реведжеры, сейчас фаерболов не видно пока, ну и надо сразу было кинуть, тиран бы улетел тогда. Четвертый у Скалет наконец-то готово, но тот дроп, который улетел, это... Карапторов. Вот он начинает заново напрягать. Два малика уничтожено. Ну, дропчик улетает спокойно. Сейчас, кстати, буст кончится, и дропчик не улетит никуда. Скалет минусует. 170-185. 4 в 4 базы в итоге ситуация. Но... А, хайва-то у Скалет не было. Я говорю, Greater Spire. А хайва-то не было. Был бы хайв, может быть, и был бы Greater Spire уже. То есть сейчас надо хайв доделывать и... пытаться, видимо, выйти в брудов. Натурал, конечно же, будет сейчас врывы какие-то делать. Контр-забегание лингов планируется. Ну, посмотрите, здесь 5 танков, во-первых. Во-вторых, сзади есть планетарка, и здание здесь неудобно забегать. Неплохой фаербольщик напоследок трех маликов забирает. Несколько беллингов пускали делать. Натурал снимается, куда-то пошел. Можно ворваться просто великолепно вот на вторую базу. Миллион депошек, миллион всего, что можно там подрезать. Главное дать натуралу подальше немножечко уйти сейчас, и тогда можно будет этот врыв спокойно, в общем-то, предпринять. 200 в 200 сейчас ситуация по лимиту. Ультракеверн пошел. Вторая оранжевая атака делает Сускалит и третий армор. Сейчас идет натуральчик вперед.
Караптеров-то уведи, Скарлет не уводит. Караптеров ошибка ужасно. В это время, правда, забегание абсолютно своевременно, абсолютно жестко. Под ударом все оказывается. Так, взрывают Беллинги и Дебушки. На мейн прорывается Скарлет. Здесь продакшн под угрозой. Часть рабочих на второй базе под угрозой. Можно попытаться Орден Тарсону заработать. Натуралу здесь сгрызть, например, ССшечку. Но возвращается Био и ССшку не сгрызть. Вот где грейды делались. Надо пытаться было что сделать. Так, заминусовалось все. В итоге здесь караптеров не осталось. Ультралом делается армор. Первый ультрал заказан. Скалет-то тащит здесь, на самом деле. Очень четко тащит, я бы сказал. Это шанс, наверное, для Скалет единственный. Так, вот тащи сейчас фаерболы по либераторам, по био падают. Скалет очень много теряет реводжеров сейчас. Нужно аккуратнее быть в такой ситуации. Куда ж так опасно-то? 165-174. Еще бы забегание лингов сюда. Нужно пользоваться вот этим маршрутом, иначе натурал будет скапливаться жестко. Пятая у Скарлет база готова. Три ультралиска уже делается. Если успеют доделываться, это шанс. Но нужно вот с этим грейдом. А грейд только через 30-ку секунд будет готов приблизительно. Минус Марик, минус Либератор сейчас был. Скарлет пытается бой принять. Микос, где Микос пошел? Фаерболы побил. Хорошо заходит. Ультрал подходит. Мягкий ультрал сразу же уничтожен. Но по фаерболам натурал гуляет. Натурал гуляющий по фаерболам. Что тут ты поделаешь? Все они такие натуралы. Расчетливые. Точнее, не расчетливые, авантюристы. А Скарлет расчетливо все очень делает. Вторая атака на воздух доделается. 2-1 на воздух. Двоечки по земле. 3 грейда. Сейчас будет третий армор. 4 ультрала еще заказ. 2 уже есть с уникальным армором. Неужели Скарлет вытащит такую игру? Это практически чудо, такую игру вытащить, на самом деле. Я уже думал, что здесь все, но у Скалет есть очень хорошие шансы сейчас с новенькими ультралами пойти все разобрать. Вот ультралы выходят, Нидус там от Скалет пошел. Если нападать, то вот с этого и с этого направления можно часть юнитов даже отсюда завести, но не только ни в одном, блин, лезть проход. Ну вот к чему, собственно, и привело эту атаку в этот проход. Разбирает натурал. У натурала очень... То есть у него уже микс технологический такой. У него либераторов здесь около 8 штук. 7. Танков 3 штуки и био с медиваками. А в общей сложности 10. Либератор сейчас еще 3 будет. Ну, дал оппозиционный такой район, Скарлет, сделать с натуралу. Теперь его просто не выгнать отсюда, гаденыша. Этакого. Нужны караптеры обязательно, а без караптера... Оу, караптеры отсутствуют. Почему нужны? Потому что реводжерами хоть и можно выбивать, да, все вот это дело этих либераторов, но они будут стрелять, они будут дэмэдж наносить, а караптеры, они будут прямо во время атаки на клики разбирать, плюс это контроль, она немерена, то есть на каждого по 3 фаербула идеально, попробуй кинь. Нидус готов, что в Нидусе? 4 ультрала в Нидусе, на мейн выходит, нужно лингов в саппорт. Блин, они не смогут био убивать нормально на мейне без лингов. Слушай, они сейчас застрянут в проходе, вот один поломился, куда все пошло? Либераторы возвращаются, нужно реводжеров отсюда высаживать. Что-нибудь, Скалет, высаживай, дает же тебе натуралец этот. Так, ультралы гуляют под либераторами, на мейне неплохо бомбит ультралис сейчас. Но Скалет не хочет идти в лоб, она хочет отбить сейчас натуральную вот эту вот блокаду. Попытка тремя ультралами 9 часов сбить. Кстати, возможно, удачная будет попытка для Скалет. Из-под либератора выходят ультралы. КСМ-ки уничтожены. Либератор переразложился идеально теперь на планетарку. Бедные ультралы горят. 111-148 полемит. Скалет пятую пытается восстановить, но очень тяжело сейчас будет, конечно, что-то сделать. 13 либераторов. Скалет.
хорошая игра, хорошо побегали. Ну что, 1-0 натурал повел все-таки в итоге. Ориентация здесь ни при чем, касаемо Скарлетт. Вот, поехали дальше. Ну, поюморить-то можно немножко, конечно, но уже приуныло, честно говоря, меня. Почему у меня военные самолеты? Так, ребят, кажется, kibet.com разблочилась ссылочка, так что можете заходить. Почему военные самолеты? Потому что не гражданские, как почему военные? Пассажиров там не летает. Давайте смотреть. Ну хотя в Спарке можно покатать кого-нибудь там. В СМ Су-30, в М2 Су-30, в УБшке любой. Здорово, Спайк.
Нет, игра это полуфинал еще и будет финал, я так понимаю, сегодня еще. То есть Скарлетт бьется с Натуралом в другой части сетки. Кстати, в другой части Фастрон сетки. Поддержал ваш канал на сумму 111 рублей. Таймбьян. Все куда-то делают ставки, а я лучше поставлю на Сергея Валерьевича, пока не подводил. Спасибо, Фастрон, спасибо за приятные слова. Вот. Ну, я надеюсь на Скарлетт, я что-то не хочу, если честно, финала ТВТ. Хотя он может быть и прикольный, но гораздо лучше будет, если это будет... Гораздо лучше, если это будет ЗВТ с участием Скарлетт. Потому что там может быть Бьян, с которым она играла, я так понимаю, тренилась. Не, ну потащить-то можно еще, можно потащить. 6 мариков плюс минка здесь. И Скарлетт наламывается лингами, но как так-то, ё-моё, надо успевать часть отводить. Так по поводу авиации. Люблю авиацию. Люблю авиацию. Не знаю, получится ли в этом году на авиадарт съездить или только на армию 2016 поеду. Ну, куда-нибудь-то точно поеду. Ультралис Кевин пошел. Ой, погодите, какой Ультралис Кевин? Ни хрена я гоню, это Роуч Уоррен. Мне уже мерещится, что Ультралис Кевин был заказан. Вот. Нет, в СПБ не поеду. Отгоняет Скарлетт дропчик. Ну, вроде как бы пока без особых потерь для Зерга. Еще и... Так, ты гражданский летчик. Ну вот еще один летчик появился у нас. Так-то летчиков у нас много на стриме, но пока только военных, я знаю, если честно. Хотя, может быть, в руках кто-то еще был. Как минимум 3 человек. Убивает Скарлетт один медивак, но есть второй медивак и мариков реально много. 5 роучей заказано, вот такие позиционные моменты хорошо бы с реводжами отбивать, это очевидно. Сейчас очень скоро у Натурала будет стимпак, при этом всем самое интересное, он с 3 баз здесь строится-то. 13 роучей, еще Скарлетт заказывает сейчас. Марики заходят на стиме, но 4 королевы с инъе... Ой, с этими, с трансфьюзами, прошу прощения, конечно, с инъекциями тоже, но в первую очередь-то трансфьюзы нужны для обороны. Ленгами пытается Скарлетт, не получилось танк окружить, танк выжил. 1000 газа, реводжеров побольше, они рейнджовые, они не отпускают юнитов, они в рейндж к ним попадают, во-первых. Во-вторых, фаербольщики позиционно очень грамотно здесь могут отгонять всех юнитов. Готовы реводжеры. Принимать Скарлетт бой. Королевка вперед пошла. Сагрила демеджа от танка много на себя. Спускается роучи вперед. Так, еще танчик один приезжает. Био на хайграунде. Здесь плюс танк. Есть подсветка какая. Чем подсвечивалась Скарлетт? Сейчас я даже не понял, с чем осуществлялась эта подсветочка наверх. Ну, а сейчас Натурал очень неплохо подрался. Вот для чего нужно камни пробивать? Нет, кто мешает пробить вовремя камни на этой карте? Все, вот этих проблем бы не было. Сюда бы забегали бы юниты, просто половина, и все. 4-я база у Скарлетт есть. Тем не менее, Скарлетт выдержит прессинг. У него все и так неплохо будет. 2-2 грейды, все хорошо. Привет, Акира. В Геленджике на авиашоу не было. Зачем так далеко ехать? И ближе есть. Но если когда-нибудь поеду на юг, то обязательно как бы и
посмотрю. Вот в этом году, например, Авиадарс в Крыму был. А у нас сейчас Як-42, например, Волгоградской какой-то, Волга, авиа там или как-то, не помню, конторы прямо с Пскова, Симферополь, прямой рейс есть. Мой друг вчера, кстати, улетел в Крым отдыхать на месяц. На нем как раз. Так, принимаются марики, фаербольщики. Фаербольщики идут. 168, 127. Так, если Феникс на порной скорости мимо Минки пролетит, стрельнет ли Минка в него. Продолжается прессинг, ребят, прошу прощения, на чатик отвлекаюсь. А если он через центр Минки, вот, допустим, рейндж, да, круглый, вот такой вот так вот полетит, то, конечно, стрельнет. Если где-то с краешку пролетит быстренько, то может и не стрельнуть. Только Линк на крипе может пробежать в рейнже Минки, и она не стрельнет по нему, потому что у него гигантская слишком скорость. Пробивать пытается Калит Камни, но наконец-то вот пришло понимание, что нужно сюда часть юнитов заводить, отбивать 200 лимита. Ультралис Кэпшу 8 роу еще, 150-200, Скалит умудряется маститься просто великолепно. Сверху роучи заходят, здесь танки тоже Скалит выгоняет, пытается тут что-то... Натурал предпринять. Ну а что тут предпримешь? Фаерболы минус танки. Реваджеры, роучи. Все спускается вниз. Еще фаербольщики пошли. Два медивака падает сейчас. Ну натурал тут, смотрите, прогоняет в этом проходе. Знает, что скалит узкие проходы. Тяжело ей пролезать. Танчик на ХГшечке, опять вот пару лингов будет сюда поставить как-то. Ну, нужно заново постоянно, но заводить туда, иначе как бы, ну, убивает просто тиран. Плюс два инфестора, еще четвертая база добывается, опять несколько роучей заходит сзади. Нужно, так, демеджи на очень в итоге оказываются. Натурал всеми идет вперед, и одновременно он еще и ЦЦшечку, обратите внимание, ставит четвертый. Посмотрите, какая игра. Все, просто тиран на точке сбора сюда, Скарлетт пытается отбиться, здесь уже четвертое. Вот для такой ситуации нужны забегания чем-то. Ну, лингами, естественно, выгоднее все, можно пару роучей с ними брать вместе. Пошел еще раз, пошла Скарлетт вперед. Натурал пытается отступить, инфестор как-то там, ё-моё, два инфестора, три инфестора! Четвертого пытается подрезать натурал, ну под фаерболы попадает, ну 4 инфестора ценнее, чем все эти юниты, это 600 сейчас было просто газа в никуда потраченное. Танчик падает, натурал не законтролил. Танчики на ХГ. Я из Пскова, нет, за штурвалом, конечно же, никогда не сидел. Где я посижу-то? Негде. Фаербольчики новые идут. 3-3 натурал заказывают. Тут Скарлетт доделывается уникальный армор. Ультралисков две штучки есть, еще два будет. Но сейчас вот ультралы этот проход точно проломают. Они очень жестко это делают. Еще фаербол, о, хорошо, хорошая мекос, фаерболов мало, тут нерч грамотнее накидывает, нужно не три, нужно всеми сразу выкидывать на такую группу, чтобы причем вот так вот по разным направлениям все, опа, минус ультралис кеверн, на мейн врываются там, посмотрите, 4 ультрала побежало вот куда, о, нифига себе, Скарлетт такие забегания интересные делает, 4 ультрала просто побежали, тут толкотня какая-то на мейне идет, минус мародер. Сейчас ультралы зайдут, минуснут эту ЦС-шечку просто вчетвером. И причем натурал абсолютно нечем ее отбить. Но ультралы толпятся, ну Скалит, что происходит, я не понимаю. Нужно КСМ от минусить сейчас.
ТСН-ки минусуются, ЦЦ-шка падает, Скалет на вычинку ничего не ведет в итоге. Здесь ЦЦ-шка падает, здесь Скалет отбивает 140 на 183, Ультрала еще и дальше заходит, сейчас они объяснят всем, как здесь бегать под клешнями, под жесткими. Хороший микос пошел, можно медиваки минуснуть. Блин, тут могли все погибнуть. Ё-моё, какой там стэк был, я даже не видел. Это сразу БГГ было бы, если бы сейчас фаерболов больше бы. Как Скарлетт так невнимательно играет? Но все равно эту игру уже не упустят. Все равно уже эту игру не упустят, это факт. Я-то думал, там три медивака висит, там просто висели все вообще. Больше 10, около 10 медиваков. Может даже больше. То ли 9, или 11. Я вот не понимаю, почему эти не участвуют в ультрале в обороне вот здесь, вот ультралы. Так, вот несколько дронов едет. Куда они едут? Дистанс майнинг уже пошел какой-то. 4000 минералов пускали. Так, здесь по аэрболу, по танку. Минус, так, здесь инфестором хоть мехкос в ответочку кинуть, мехкос кинуть не получается. Вот по меди... вот это уже, да, вот это ГГ на самом деле. Все, медиваков не остается. Ультралы идут вниз, натурал увяз, в общем-то, в обороне здесь Скалет. Так его прессинг и закончится, посмотрите, как жестко все было. Прессовал, прессовал тиран и не допрессовал. Заходит ультралы под танк, под либератора. Либератор одного минус, ну, сейчас еще один погибнет, скорее всего. Клешнями разбомбили депушки, вне ренжа либератора оказываются эти ультралиски. Начинают третью резать. Здесь натурал все еще пытается в лоб что-то сделать, но уже ничего не получится. 146 на 103 по лимиту. Ультрал еще вперед пытается идти, но здесь аж целых два либератора. Конечно же, это минус ультрала все будут. Не знаю, я не назвал это эффективным забеганием, если честно. Танчик минус. Планетарку четвертую базу занимает. Натурал выше немножко сейчас. Скалет заходит, лоб просто все убивает. Медиваки бросили эти танки. Танки уничтожены в итоге оказываются. Но не без боя несколько юнитов было все-таки убито Скалет. Здесь дропчик пятую отменяет. Сейчас Скалет на четвертую пойдет. Здесь минус камни в итоге. Пробивает, чтобы проще ходить было. Так, в аэроклубе, ну я не знаю, у нас аэроклубов нету, насколько я знаю, а в Прибалтике, это ты имеешь в виду за границу ехать, ну, или куда, учитывая курсы валют, я не думаю, сейчас там так это все дешево. Ну, посмотрим, может когда-нибудь сяду, научусь. Пока у меня планы хотя бы на машину брала в ближайшее время. В конце лета заморочиться с таким моментом. А там, может, и до авиации дело дойдет когда-нибудь. Так, еще ПРУ, минус медивак. Надо дожимать, ну, конечно, я люблю просто боевую авиацию больше. Ну, а туда уже поздно. Хотя, если научиться на чем летать... уже хорошо, да, как бы. Не дай бог какой-нибудь конфликты жесткие. Может пригодиться. Будет Скалет базу-то убивать, не понимаю. Что-то такая активная игра была, а сейчас началась беготня вообще. Какая-то нелепая, если честно. Пора уж просто убить базу. Здесь Сэшечка с мейна перелетает на 6. Линги забегают и на 6, и сюда, на третью базу. Под ударом оказываются все, просто те КСМки.
Линги только с одной атакой, поэтому КСМ так долго живут, у них три брони, как вы видите, сейчас второй кубик будет готов. Скалит идет вперед, инфестед Терана накидана, инфестед Терана, они не то что либераторов убивают, они просто танкуют, чтобы либераторы в них стреляли вместо других каких-то ценных юнитов. Скалит боится почему-то дальше идти, не понимаю почему, все инфестед на все вытянуты были. Фаерболов, ну зачем 10-то в одного кидать, надо одного, второго. Глупо Скалит объяснять, она все и так понимает, что надо разных убивать либераторов. Вот еще по одному кидается, 50 на 170 по лимиту, линги здесь все убили, здесь просто тупят юниты, не могут выйти за стройку у натурала там жестко. ДГ наконец-то 1-1. Так, кикбет восстановился сейчас, ребят, у меня больше не заблочен, сейчас зайду пока туда, подождите секундочку. Бьян 2-0 выиграл тайма. И ждет в финале оппонента. Надеюсь, это будет Скарлет. Так. Зачем мне без водительского Робинзона? Зачем мне права, если у меня машины нету, как бы, да и в принципе она, я еще думаю, вообще надо ли это, как бы, потому что, ну, куда я не ездил. Так, куча. Ну, вообще, как бы, как раз мой друг Илюха, его что-то нет сейчас. Вот, я, вот, ну, в Москву я поеду в начале сентября точно на армию России, там же как раз авиация будет, все дела. Вот, и с Илюхой пойдем, до этого навряд ли, как бы. Вот, а так, спасибо тебе за предложение. Как-то надо бы, я не знаю... Контакт какой-нибудь надо, не знаю. Напиши мне там скайп свой, я не знаю, в личку или что-нибудь, как бы, не знаю. Ну, чтобы было
была информация, так поеду, как раз как бы можно будет, да, тем более там и летчики знакомые есть у меня. Не знаю, почему ставок на Обьяна против Тайма не было, ребят. Я за не могу за всем одновременно следить, к сожалению. Вот. Ну, может быть, будут еще ставки. Линги побились с рипером немножечко, одного линга убил, он в итоге только 5 камней грызут, не 6, ну ничего не поделаешь, придется 5 сгрызть. Третья хатка ставится, здесь у нас криптумор, видимо, Скарлет собирается запилить, или все-таки инъекция будет, инъекция все-таки пошла. А где еще королева? Чуть через 2 только королева Скарлет играет, плюс еще 14 лингов заказано, кажется, здесь какой-то врыв планируется к натуралу на вторую базу. Натурал, ну натурал. Так, все, линги готовы. Скарлет решила, что не будет прогрызать здесь ничего. Линги выдвигаются вперед. Рипер не успел заметить, как они вперед поломились все. Здесь что у нас? Здесь мариков 8 штук. Лингов бежит 20. Нет, 19 лингов. Плюс минка. 8 мариков, плюс минка. Здесь закопано. Нужно забегать вперед. Скарлет пытается ворваться, ой, какой залп, нет, очень неудачный врыв со стороны Скарлет, то может игры стоить на самом деле такие провальные врывы, я вам скажу честно, ребят, потому что, ну, не надо было, видимо. Так, это телефон, я как понял. Пристройка завершена. Так, спорочка на третьей делается. Телефон запишу твой. Ну, так, не очень удобно, просто могу забыть. Лучше, чтобы какой-нибудь контакт еще был онлайн. Так, залп по лингам, 26 хп всего осталось, но если б линги продолжили бы грызть, то было бы несколько уничтожено точно, еще плюс вот этот выход сейчас от натурала, который блочит всю наглух, ой-ой-ой, выход, кстати, сверхсерьезный получился, Скарлет выводит несколько лингов в контратаку, чтобы подгрызать, да, там, приросты. Но прирост нету, кстати, хотелось бы, чтобы Скарлет до готовности Стима здесь это все выбило, но мне кажется, тяжело будет. Ага.
А когда будет стимпак готов, если скалит поломится как-то криво вперед, это может быть авто-ГГ практически. Потому что Беллинги еще... Так, Беллинги, да, без мува еще все. Спорка копается, отгоняет. Так, стимпак пошел. Минка здесь есть одна. Зал пошел от минки. Минус несколько лингов. Беллинги подходит. Танк выгоняется, Марики выгоняется, скалит все-таки справляется. Здесь отгоняет натурала. А от натурала двухбазовый прессинг опять пошел. Это он очень жестко обычно делает. Так, добавил тебя в друзья ВКонтакте. Скайп попозже, пока в игре неудобно. Продолжается прессинг. Скалит опять же забегание делает сзади сейчас к натуралу. Часть прироста не будет уничтожена. Но вот эти марики, они уже ничего сделать не смогут. Это минус 4 марика. Догрызть-то почему не догрызть бы? Вот огрызает скалит пару. Плюс 2 беллинга идут вперед. Сейчас можно... Ой-ой-ой, здесь уже танк делается. Стационарная оборона. Ну, очень жесткая получается. Ну, если Скарлетт проиграет, то мы либо смотрим финал Бьян против Натурала, ТВТ, либо Скарлетт против Дайма, матч за третье место. Может быть, я даже думаю, что может быть матч за третье. Посмотрите, я вижу, что Скарлетт здесь уже не вытащит, скорее всего, посмотрите на лимиты. Хотя экономика хорошая, и 2-2 заказано, а здесь только-только плюс один. Да, я что-то рановато Скарлетт храню, давайте будем надеяться, что... сможет она потащить. Куалинги-то беллинги пошли. Что за мейн не прикрывается вообще ничем. Натурал на ровном месте опять начинает наваливать. Танк на вот этом, я не знаю, на столе, я что ли, не знаю, на клифе на этом. Натурал контролит. Минус танчик в итоге. Здесь выход на третью базу. Сканет. Вообще дроп гигантский просто. Происходит, скалят лингов сюда приводят, надо беллингов, подожди, беллинги уже с мувом, линги наламываются, в мариков вгрызаются, танки вгрызаются, хорошая оборона со стороны скалят, но в это время мейн, прессинг идет, пул восстанавливается, пока не готов, даже лингов скалят не может заказать, все что есть и вот этим и надо сейчас драться, там хара сбоку все еще продолжается, муталиски прилетают, муталиска в фокусе, натурал, но линги бомбят нормально, здесь прогоняется все-таки... юниты все нужно заказывать сразу. 24 линга у скалит. Посмотрите, вот эта хата 200 хп, это 160. Проблемы по всем направлениям. Нужно как-то выгнать. На мейне нельзя хату дать убить. 2-2 грейды плюс еще здесь делаются. Вот же где опасность находится. Хатка в итоге падает все-таки. Но скалит забирает. Один танк, второй. Нет, второй улетает. Блин, жаль хату очень, конечно. Вот здесь вот тоже проблемы. Турал войд 97, 134, плюс 44,88. Но 2-2 в плюс 1 только грейды у скалят. У натурала, кстати, только атака еще не доделался. Даже армуз сейчас 2-2 будет на вот, этот плюс 1. Линги врываются. Линги просто крошат. Танки там все. Но недостаточно лингов этого количества, к сожалению. Идет натурал вперед. Пытается развести. Скалит муталисками. Двигается вперед. Нужно танчик выбить, танчик демеджен и выбивает. Линги с беллингом идут вперед. Сколько мариков взорвано, но это ГГ. Зачем вот сейчас? Вот надо было танк выбить, продолжать копиться, пытаться. Были шансы, были за счет грейдов вытащить, но, к сожалению, не получилось. Так, скайп тоже вроде тебя добавил. Даже я не знаю, куда ворваться-то мне.
Прошу скалить за инвайсла, что против тайма. ТВТ что-то не хочется смотреть. Давайте посмотрим, скалят игру. Ну, Турал все-таки победил. Так, ну я к Scarlet Time хочу прорваться. Так, спрашивают меня, финал я или за третий хочу. Попробуем посмотреть Скарлетт сейчас. Не понял. А чё за прикол-то? Я его скалит поганая, блин. Поганой метлой. Натурал, чё не заинвайтил-то никто еще, не вкурил вообще. Вроде все доступно было. Так, ну ждем ли стримить будем то другую игру. Вот те и ворвался. Давай, куча, да, иди. Спасибо за внимание тебе. Я думаю, да, еще спишемся. Вот.
В любом случае, ближе к осени уже куда-то двигаться буду. Короче, ждем чего-то мы. Буду врываться в финал. How's everyone doing today? Welcome to the stream. Don't forget, hit that follow button if you haven't already. See we're live for more content from the Team League, the Joy Star Masters, the Apex Cup, all sorts. So hit that follow button, see when we'll be live again in the future. And keep up to date with what's going on. So to kick things off. Так, ну что, смотрим тогда здесь. Буду заходить, видимо, в финал я. The Reaper expansion. You see, out of Bjorn was most likely going to be a Reaper Hellion player, or the second Reaper queued up here. So Reaper Hellion against Reaper Expand is very much still going to come down to sort of the control and the defense of Natural. He's going to have to make sure to not sort of overcommit in this game. You know, he's going to have to make sure that he doesn't sort of get himself into a position where he just sort of overcommits down his ramp, and it's all about patience, I think, when you sort of play against the Reaper Hellion open with a fast expand, where you just have to make sure you've got enough before you go down that ramp and are able to push it away. So just gonna be seeing this footage throwing up in towards the main, or just checking around to see where his opponent is. Doesn't see it just yet. So he's gonna start turning away. So we're gonna see this Reaper actually gonna come in, and that Reaper's actually pretty dead, which is actually a bit of a downer for Natural, because it means he's immediately down a unit here in this defense, and you have the Так, ну ничего страшного, да нет, там кто-то затуп, ну, Скарлет почему-то я написал, никто не заинвайтил, как будто сложно, не знаю. Короче, не буду стримить. Финал постримим, я думаю. Ну, Турал против Бьяна, Бьян с мейна, смотрю, развивается. Либераторы здесь, там, Риперы и Гелиончики у нас вперед едут. Ну, тут Туралов на второй базе, там. Натурала проблема на второй базе. Либератор пока не прилетел, но скоро и Либератор здесь будет, причем его нечем отбить пока что. Сейчас Викинг еще будет готов в ближайшее время. Так, здесь пытается Бьян забрить Натуралу Гелиончика. Два Рипера здесь есть. Ну, слишком что-то много дэмэджа получал. Все, Либераторчик на мейне. Ну, одного Марика убил, КСМ-ку одну убил. На второй базе все еще напряг идет. Ну, тут два Рипера, правда, больше нет ничего. Ну, смотрите, как Бьян зато законтролил. Всех Мариков убил, просто сейчас у КСМ их тоже проблемы в итоге будут. На еще КСМ-очку кидать. Циклон выходит. Ну, несколько СМ-ок заминусует здесь Бьян. Хотя несколько, громко сказано, пару убил. Ну, в итоге, посмотрите, 31-21 в пользу Бьяна по рабам. Вообще у него все великолепно, там еще банши сейчас будут дальше. Значит, не понимаю, он летает, он ждет инвиза, судя по всему. He's going to get that damage in first, so he's going to keep himself in a worker lead as he comes in. I mean, there is a turret set up, there's a lot of lower health
SCVs around that you can pick off, even just a couple of Marines are going to be kind of painful to lose here. We see just another SCV or two just going to be going down. There's another couple just falling here straight away. And we're just going to be seeing this Banshee continue to work his way against whatever he can. The enemy with no detection back to him himself, but because he comes into this main base, he does get the chance to see that his opponent has gone for this cool Banshee player zone. So Bjorn does see what's going on. Так, залетает банша, еще одна на мейн сейчас. Бьян минусует пару дэмэджа на КСМ, 61-48 по лимиту и на 10 рабочих разница. А здесь банша летит натурала еще, кстати, к Бьяну. Ну, у Бьяна там есть там от банши, кстати, какое-нибудь оружие? Рейвен убьян еще. А, ну все, Рейвен есть. Тимпак заказан. Короче, все в порядке. Continue joining together. We're going to find a single Marine here, and already Natural going to be thinking like crap. I mean, how am I meant to hold this off? Cyclone going to lock onto into a Marine for a moment at most. Quite literally a moment, and then lock the Soviet straight away afterwards. So when Viking Raven combo now, we've not talked about that. See what they can get up to as that Cyclone actually goes down. Ну что тут? В центре какая-то движушка идет. Минуснул циклон, объян. На Ксилнаге стоит, я так полагаю, выход сейчас будет. Стимпак, щиты сейчас будут, гад. Ну, короче, сейчас Бьян пойдет вперед. Там третья ЦС-шка уже у натурала. Вот два медивака прилетают, три танка здесь будет. Нужно щиты в стим реализовывать обязательно. Сейчас Бьян, он какой-то выход, не понять куда делает, правда. Вот у нас третья ЦС-шка заходит. Можно на вторую прям прийти сейчас мимо всего. Ну что, будет Бьян врываться там, нет? На стиме заходит, здесь от натурала. Опа, от натурала здесь дропчик пошел. КСМ-очки Бьян выводит, пытается дроп принять. Причем есть юниты там. Заходит сам к натуралу, это минус натурал, да? Кстати, не успел я попасть в следующую игру. Скалит вообще что-то не в сети там, я так понимаю. Короче, провал получился Скарлетт, блин. Переморозило меня этот Скарлетт, блин. Что-то инвайта не было. Уже следующая игра начинается.
Так, не надо флудить. Я думаю, еще может быть ворвусь в игру, поэтому задержку пока не убираю. Здесь оба через риперов начинают убьяно. Погодите-ка. Нет, бьян через Марика. Рипер Марик был, что ли? ЦЦ-шка убьяна как значительно раньше, чем у оппонента. Что здесь идет движуха с риперами. Ну, бьян на ХГ все нормально чувствует себя. Чуть отвлекся на чатик. Контррыв от бьяна рипером одним единственным, который у него есть, идет. Ну, кстати, рипер здесь наубивает несколько рабочих. Сейчас медивак прилетел, лечит неплохо. Танк приехал, рипер будет уничтожен, естественно. И полетит харасить дальше там, судя по всему. Натурал. Ну, бьян отбился, лимита больше, всего больше. Два рипера гелион здесь, там на хайграунде. Так, циклон выезжает, циклон минусует. Сначала гелиона полудохло, а потом рипера забирает бьян. Четыре Марика танк еще дропчик сейчас от натурал, потому что куда, на вторую базу будет или на мейн, я не знаю. Так, здесь бьян Мариками дроп, пытается танчик забрать оппоненту своему. Забрать не просто, оказывается, его улетает все-таки, там и буст есть, и все дела. Здесь контрдроп пошел, это 8 Мариков, но в итоге 2 медивака мост пропустить, сейчас бьян к себе, то есть один на мейн танк, 4 Марика, и еще один танчик в другом медиваке летает. Зато здесь 8 мариков могут неплохо зайти, как мне кажется. КСМ-очки бьян берет вперед, отбивает с помощью КСМ-ок дропчик. Смотрите, вообще красавец. Отбил дроп с помощью КСМ-ок. Здесь врыв идет. Готов ли отбиваться у нас? Натурал. Ну, хз, там 2 КСМ-ок точно уже потерял. Пытается бьян танк натуралу минуснуть. Минусует танк. Минусует, так, минусует рабочих. Идет вперед, прилетает еще один танк. Но рабов несколько погибает уже, и бьян из этого дропа успешный дроп, собственно, делает.
То есть где-то 4 там КСМ-ки погибло, по-моему, один мул погиб, но уже не новый. И так погиб. Прошу прощения. Блин, из игры, конечно, приятнее. Там нажимать надо. А тут уж прям как-то зеваешь. Ну, блин, понадеялся на Скарлет, что позовет, не позвал никто. В итоге теперь, из-за того, что там задержка на стриме, которую я смотрю, тяжело в игру попасть, успеть, плюс еще и двойная задержка получается. Я стоп-старт не буду делать, чтобы вот, во-первых, не разрубать, во-вторых, может быть, еще успею в игру в последнюю попасть там, или... Ну, хотя как последняя, она может быть и не последней, это если только натурал 0-3 отлетит. Спиритолог, здорово. Так, да, звук можно врубить. Так, Бабкин Барбар. Премиум, конечно же, могу тебе дать. Сейчас тебе дам. Короче, Баншой тут напрягает бьян оппонент своего очень жестко. Идет в атаку. Так, ну пока добивать, я вижу, не идет. Так, будет ли Бьян выдвигаться сейчас или нет? Сейчас будем еще контролить, в общем-то. Может, в игру надо зайти. Держи, Бабкин Барнбарн, тебе премиумчик. Все еще идет игра, точка не поставлена пока, но тут тяжело, то есть бывает в ТВТ, что бой один прошел, все, и ГГ, а задержка 2 минуты, как бы, и не получается, собственно, ворваться. Так, в это время двойной дроп от Бьяна. Напрягает очень жестко этот двойной дроп. Но не убивает пока. Марики еще без стима. 2-2 грейды делаются. Передроп, часть карман мариков, вообще рабочих погибает. Просто невероятное какое-то количество уже, по-моему, там. Танк баб... Так, еще и бьяный танк минуснул на мейне, там просто наминусовал немерено. 89 на 131 по лимиту. Все еще игра идет пока. Странно даже, что идет. Ну вот этим выходом Бьян точно не дожмет оппонент своего, я так думаю. Танчики прилетают, часть вообще на муви идут. Бьян со стимпак идет. 5 танков у него здесь в выходе в этом. Неужели он здесь убьет? Нет, убить не убьет, но позицию занял здесь неплохо. Игра все еще идет, я проверяю постоянно, потому что хочу в игру зайти, если честно. Но тут, судя по всему, натурал и отобьется, так как у Бьяна здесь... Ну, особо нечем там принять, танки сложены. Пытается Бьян отконтролить, откатить скан на хайграунд пошел, еще и двумя танками сейчас уедет. Красавчик, контроль просто нереальный. Ну, ребят, Бьян, конечно же, фаворит тут абсолютно. Вот еще один дроп на мейн прилетает, он просто разваливает натурала. Бьян вообще один из лучших тиранов на данный момент. Я думаю, что даже, может быть, в топ-3 он, скорее всего. Это Тивай, Мару и Бьян сейчас топчики у нас.
Везде все Бьян разрывает, просто везде разрывает. Че, еще не конец? Еще не конец, говорят. Я прошу прощения, что так постоянно сворачиваюсь, но нужно в игру попытаться ворваться. Ну, 84-140 с минуты на минуту игра здесь кончится, честно. Ну, пока не кончается. Бьян отступает, и вот, наверное, со следующей атакой, видимо, уже дожмет. Так, Бабкин Барнбарн, кстати, что-то ты премиум-то не активировал. Ты не потеряй ключ этот, а то пропадет. Ну, хотя на мыле у меня где-нибудь там останется. Так, идет Бьян дожимать. Вот теперь точка точно в этой игре поставлена. Все, попытаюсь прорваться сейчас в игре. В игру Бьян разваливает тут оппонент своего. Ждем ГГшечку. ТЗЗ поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. Спасибо тебе, ТЗЗ, неожиданный звук. И опять я не успел. Короче, блин. Пользователь Бабкин Барнбарн активировал премиум на ваш канал. Короче, здесь все, ребята, я опять не успел попасть. Да что за подстава? Короче, я сейчас стоп-старт, пожалуй, сделаю, потому что здесь нет смысла задержку оставлять.